мы готовимся к лету сегодня. И в частности, поскольку лето у нас начинается в мае уже, вот, то мы решили презентовать коллекцию именно в конце апреля. Я люблю эти вышиванки, я сама их часто ношу, они очень симпатичные, и я рада, что Юля продолжает свое дело, и в новом сезоне у нее не опускаются руки, она делает все больше и больше новых вещей. Я вдохновлялась узорами Киевской Руси, я вдохновлялась славянскими богами, славянскими поверьями и старинными вышивками. В основном мы собирали их, чуть-чуть трансформировали и выложили в виде ДНК украинской моды. Ну и, соответственно, мы соединили здесь это все с традиционной украинской вышивкой в такой форме 3D, как бы увеличенной форме, которая меняется в зависимости от того, как человек двигается.